Добрий день. Вітаю наших глядачів у програмі «Час університету на сьомому». Сьогодні до студії завітали Ігор Коваль, ректор Одеського національного університету, доктор політичних наук, професор. Вітаю. І Василь Мчук, декан факультету хімії та фармації університету. Вітаю. Ігор Миколаївич, ось у минулому році ви дуже пишалися тим, що з'явилася ось така спеціалізація в університеті як фармація. Це ось такий довгий історичний шлях, і зараз продовжується і набір, і студенти, і життя ось таке бурхливе на цьому факультеті. Ви задоволені? Ви знаєте, я хотів би от чуть-чуть отойти від непосредственної теми на одну-дві минути фармації, сказати о том, как я воспринимаю, как мы в университете воспринимаем вот события последних, скажем, месяцев. Да, мы все живем в условиях такого особого режима, связанного с карантином и так далее. И вот эти все события показали, насколько на самом деле вот человек, как human being, как существо и биологическое, и социальное, на самом деле очень хрупкое существо. Мы оказались и в медицинском, физиологическом плане, и в социальном плане подвержены очень серьезному испытанию. И природа еще раз показала, что никто не является царем природы, что природа сама главенствует, в том числе и над нашими жизнями. Мы можем как-то их корректировать и так далее. И жизнеобеспечение человечества и индивидуально каждого человека сегодня это одна из важнейших задач. Безусловно, и на биологическом уровне, и на медицинском уровне, и на уровне, конечно, социальном. Но сегодня мы больше говорим о первой стороне этого вопроса. И поэтому я хотел бы обратить внимание, что вот в этом отношении классические университеты, где развиваются науки и образовательная деятельность, связанная с организацией человеческой жизни, с жизнедеятельностью, с поддержанием, с здоровым и правильным образом жизни. Классические университеты сейчас на передовой в этом отношении находятся. И, к счастью, мы уже много лет занимаемся развитием, безусловно, биологического направления. И сегодня вот те отрасли науки, которые связаны с, в частности, вот такими методами, как, с которыми мы сейчас столкнулись, эпидемиями различными и так далее, такие как микробиология, иммунология, вирусология и так далее, генетика, очень мощно развивается у нас. И вот сегодня Василий Васильевич Мчук представляет факультет химии и фармации, и я считаю, что мы здесь тоже, ну, даже не то чтобы угадали, мы просто целенаправленно, понимая перспективы развития человечества, это, как бы это пафосно ни звучало, упорно шли к тому, чтобы в университете развивалось фармацевтическое направление и научных исследований, и подготовки специалистов в этой области, потому что они, несомненно, чрезвычайно будут востребованы. И еще один штрих, я не хотел бы много времени занимать все-таки, чтобы Василий Васильевич мог рассказать побольше о специальности и факультете. Вы знаете, есть в принципе в науке и в особенности в образовательной деятельности есть два подхода, по крайней мере в нашей стране. Погоня за студентом, за зарабатыванием денег на контрактных студентов очень часто приводит, к сожалению, у многих из наших коллег к тому, что ну, на первый план выходит такая философия. Давайте мы начнем, завяжемся, ввяжемся в бой, а там жизнь покажет, и никто нас не остановит. Есть другой подход. Это подход настоящий, научный, академический подход, правильный, по сути правильный. Вначале подготовить базу, создать и лабораторную базу, и прежде всего, конечно, научно-педагогическую базу, для того, чтобы студенты пришли в этом смысле не в голые стены, я имею в виду не физически, а образно голые стены, а чтобы они пришли туда, где есть научная школа, где есть опыт преподавания в данной области, и сразу же, с первого момента, с сентября месяца встретились со специалистами и профессионалами свои. Вот такая база на протяжении, я бы сказал, десятилетий создавалась в Одесском университете, и это
не финал, это процесс, потому что создание этой базы, подготовка — это неостановимый процесс, он продолжается и сегодня. И вот этот подход, мне кажется, должен дать и определенный посыл, в том числе и нашим абитуриентам, на кого и на какие университеты ориентироваться в этом отношении. Ну, Василь Васильович, Ігор Миколаївич сказав, що 10 років десятки років готувалася, мабуть, і сотні років, тому що в Одеський національний університет у минулі часи мав таку спеціалізацію, такий факультет, і у цьому історичні факти. Так, дійсно, це так. Тут треба мірити фактично вже сотнями років. З моменту свого образування, з 865 року, фармацевтическое відділення в той или иной мере завжди присутствовало в Новороссийском императорском університеті. Уже при созданні чотирьох кафедр відділення хімічного на факультете, на кафедре агрохимии, на кафедре технической химии были группы, которые занимались вот, фармацевтической наукой. Ну, если очень коротко, то в 1900 году, 1 сентября, в нашем университете, тогда в Новороссийском императорском университете, открылся один из самых крупных и мощных медицинских факультетов. Специально построенные здания, ныне это в Валиховском переулке, с учебными корпусами, с клиникой, с лечебной базой. Уже тогда много писали об этом, что это наиболее технически, материально оснащенный медицинский факультет. Сразу же, буквально через несколько лет, в 1903 году, уже было открыто фармацевтическое отделение на нашем факультете. Ну, далее, естественно, если связывать историю, то 905-917 это были годы сложные для образования в целом. Если говорить об истории фармацевтического образования и науки, то далее следует отметить 1934 год, это год открытия фармацевтического института в Одессе. И этот институт сыграл очень важную роль в истории фармацевтического образования и науки. Кстати, в его открытии и участии активное внимание, участие было со стороны Одесского государственного университета. Далее уже такие очень насыщенные страницы развития фармацевтической науки и образования. 71 год – это создание в университете проблемной лаборатории синтеза лекарственных препаратов. В этой лаборатории работало порядка 70 научных сотрудников. Фактически это был институт, который занимался самыми разными проблемами фармацевтического профиля, в том числе и разработкой неких специальных медицинских препаратов для военного дела и так далее. Які можливості були, пробачте, ну, да, сьогодні мощніше, це, да, мощніше направлення дуже було, важливо, да, і дуже потрібно. Це було спеціально построєне здання для цієї лабораторії. 70 сотрудників сьогодні насчитує не кожен академічний інститут. Далее, это что касается науки. Что касается образования, то немножко позже в университете открывается под руководством академика Богацкого специальность биохимия, специализация физиологически активные вещества, и ведется подготовка студентов по химико-фармацевтическому направлению. Следующая страница связана с 93-м годом, когда в университете была лицензирована специальность фармацевтическая химия. Был создан химико-фармацевтический учебно-научно-производственный комплекс, куда вошли университет с его базой научной, преподавательской. Вошел физико-химический институт имени Богацкого и компания «Интерхим». Таким образом, был замкнут круг
начиная от подготовки кадров, научных исследований и выпуска производства лекарственных препаратов. Сегодня, кстати, в названной компании «Интерхим» работает около 70% наших выпускников. Химики, химики-фармацевты, самого разного профиля. Якщо говорити коротко об історії. А якщо ось така зв'язка вже була і фармація вивчалася, чому ось таке окремий напрямок, як фармація, з'явився останні роки? Тут особливості, так сказати, в області права. Классическим університетам, где были, где отсутствовали медицинские факультеты, министерство не разрешало открывать специальность фармация, которая относится к медицине. Это регулируемая специальность, так же, как и военное дело, как педагогические специальности. Поэтому и была лицензирована специальность фармацевтическая химия. Это был такой тактический ход со стороны руководства университета. Хотя реально это была фармация. И надо отметить, что количество студентов тогда на химическом факультете, он тогда так назывался, резко возросло. Только иностранных студентов было от 500 до 700. Это в основном из Сирии, Марокко, Тунис и другие страны. Сегодня следующий шаг, он был год назад, это лицензирование специальности фармация. Она называется правильно фармация, промысловая фармация. Номер ее 226. Это классическая фармация. Уровень подготовки магистр. Кваліфікація – провізор. Угу. Аптек багато, кадрів потрібно багато, професійних завжди не вистачає. Ігорю Миколайовичу, ось ви задоволені, як працює цей факультет і ось цією спеціалізацією фармації, яка вже навіть у назві факультету присутні на сьогодні. Ви знаєте, треба сказати, що сьогодні вот в тому стані, в якому знаходиться в цілому вище образування і наше общество в цілому, без ентузіазму, без такого гарячого серця і настойчивості нічого добитися невозможно. Поэтому поверьте, что тот коллектив, который сегодня работает под руководством Василия Васильевича, проделал колоссальную работу для того, чтобы лицензировать специальность и сегодня проводить набор среди студентов, прежде всего, конечно, абитуриентов из Украины, но также мы надеемся на привлечение достаточно большого количества иностранных студентов и будем надеяться, что карантинные меры не будут мешать в этом отношении, потому что при всем том, о чем говорил Василий Васильевич, есть уже наличие определенной базы, все равно, когда дело доходит до конкретности уже, до конкретики, вернее, то здесь нужно было проявить большой энтузиазм для того, чтобы создать эту так называемую освітню программу, как сейчас называется это все, сформировать коллектив, реорганизовать несколько систему кафедр, которые работают на факультете, открыть специализированную кафедру, которая будет выпускающей по этой специальности, оснастить ее, подготовить. Ведь это же, вы знаете, я сам гуманитарий, но гуманитариям сегодня что нужно? Желательно, чтобы был толковый профессор, компьютер, можно еще доской пользоваться, мелом, так сказать, и все. А такие специальности, как фармация, скажем, или там биологического цикла, специальности физика, это колоссальная современная лабораторная база, прежде всего, нужна. И я хочу сказать, что, безусловно, коллектив проделал очень большую работу для того, чтобы подготовиться для открытия этой специальности. И сегодня они работают с энтузиазмом, потому что без энтузиазма сегодня в нашем деле ничего не сделаешь. И, я признаюсь, в хорошем смысле слова, нет такого 2-3 дня максимум, чтобы я не видел декана факультета, который приходит и ставит задачу очередную перед руководством
университета, что нужно сделать то. Может быть, у меня, как у администратора, это не всегда вызывает приятные ощущения, но потом, когда остываешь, эмоции уходят, понимаешь, что наоборот, нужно благодарить коллектив за то, что он так настойчиво продвигает, иначе это все просто не будет иметь смысла и значения. Достатньо практики у студентів факультету? Да, я вот еще что хотел бы буквально два слова сказать, что мы ведь организовали подготовку студентов по специальности фармация не только силами нашего факультета. В классическом университете уже заложено биологический факультет. Активно участвует кафедра молекулярной биологии и генетики, кафедра физиологии, кафедра ботаники, кафедра биохимии. Это все то, что нужно, для, кроме классической химии, кроме кафедры фармакологии и технологий лекарств, которая создана, кроме кафедр там, токсикологии и так далее. Фактически задействован биологический факультет, частично физический факультет. На физическом факультете существует направление медицинской физики. Поэтому вот такие совместные действия, кроме того, помощь спонсоров, особенно в лице компании Интерхима, позволяет нам развиваться и надеяться на то, что мы все-таки осуществим вот эту мечту, і все у нас буде хорошо. А вже є якісь ліки чи препарати, до розробки яких мали відношення ваші студенти чи випускники? Перший препарат, який був розроблений, кстати, в університеті, а випустив його Інтерхім під руководством Анатолія Редера. Это, сейчас вы, может быть, мне подскажете, к сожалению, у меня крутится на языке амиксин, но это не амиксин. Это феназепам и гидазепам. Угу. Вот в той лаборатории, о которой я вам говорил, в лаборатории синтеза лекарственных препаратов под руководством профессора и академика Богацкого, ныне академика Головенко, был разработан этот препарат и выпускается уже много лет. Кафедра общей химии и полимеров под руководством профессора Сейфуллиной сегодня разрабатывает новые соединения. Это уже так из области нанотехнологии, нанохимии. Супрамолекулярная химия – это комплексные соединения германия, никеля, меди, которые находятся в стадии разработки и показали достаточно высокую эффективность. Есть у нас кафедра органической и фармацевтической химии под руководством профессора Ишкова. Там разрабатываются противораковые препараты. Они, естественно, еще не выпускаются, так сказать, фармацевтической промышленностью, но это процесс долгий, сложный. Но мы работаем над этим. Из реальных выпускаемых препаратов это феназепам и гидазепам. Угу. Ну, що можна сказати, коли ось є такі приклади, бажаємо, щоб цей ряд поповнювався. Ну і на завершення програми, мабуть, запрошуєте вступати до університету і для тих, хто обирає факультет хімії та фармації, мабуть, якісь побажання? Да, мы поговорили только о фармацевтическом направлении, но мы это факультет химии и фармации. Угу. На факультете сегодня 4 специальности. Классическая химия, классическая фармация, педагогическая специальность называется среднего освіта химия и отдельная магистерская программа фармацевтическая химия. Вот 4 направления, куда мы приглашаем выпускников школ, абитуриентов, для того, чтобы в дальнейшем изучать химию, специализироваться в разных областях фармацевтической химии, фармации, совершенствоваться, так сказать, вот в педагогическом направлении. Кто-то желает быть учителем химии. Надо сказать, что сегодня
Одеса, одеські лабораторії іспитують колосальний дефіцит хіміків. Тобто не буде проблем з працевлаштуванням? Проблем з трудоустройством нет сьогодні і не було вчора для хіміків. Хорошие хімики требувались всегда и требуются сегодня. Кстати, с приличной зарплатой. Ну, какие еще аргументы? Мабуть, все прозвучали зараз. Да, я хочу еще раз напомнить, что завершается, в общем-то, уже на финишной прямой кампания по внешнему независимому оцениванию ЗНО, как мы говорим. 17 июля заканчивается, завершается. Результаты, насколько мы знаем, будут примерно к концу июля. 1 августа, напомнить можно абитуриентам, начинается формирование так называемых электронных кабинетов, через которые онлайн-режиме пойдет возможность подачи собственных документов для поступления в конкретный вуз на конкретные специальности. Поэтому, завершая наш разговор, я только могу еще рассказать нашим потенциальным абитуриентам, доверять свои мечты профессионалам. И я думаю, что сегодняшний разговор подтверждает, что такие профессионалы есть у нас в университете, и мы с радостью будем принимать новое поколение студентов в университете. Дякую за участь у програмі. Ігор Коваль, ректор Одеського національного університету імені Мечникова, Василь Менчук, декан факультету хімії та фармації, були сьогодні з нами у студії. На все добре. До наступної зустрічі.